21 февраля «Газпромбанк Лизинг» провел ежегодный бизнес-завтрак для более чем 70 клиентов и партнеров при участии Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На мероприятии обсудили механизмы льготного лизинга, получение государственных субсидий и развитие российского рынка лизинга в целом. Динамика и показатели развития лизинга в России очень хорошо показывают состояние развития экономики. То есть замечено, что если лизинговый рынок растет, то экономика растет всегда. И на протяжении последних 15 лет эта динамика всегда говорила именно об этом. Лизинговая компания является проводником средств от государства до лизингополучателя. В целях получения субсидий и по большей части лизинг невозможен без программ господдержки. В 2019 году ожидается ряд изменений как по содержанию госпрограмм, так и по выделяемым бюджетам. Мы сейчас пытаемся внести определенные изменения в наши там регламентирующие постановления, потом будем вносить изменения в стандарт, таким образом, чтобы лизингополучатель, который приобретал оборудование, он мог воздавать в аренду. Замечательная программа, она позволяет поддержать предприятия российской экономики за счет субсидирования процентной ставки, и она позволяет приобретать оборудование российского производства, что также, соответственно, поддерживает предприятия, которые производят это высокотехнологичное оборудование, которое совершенно не хуже, чем аналоги импортного производства. Активная работа с органами власти в части поддержки и субсидирования участников лизингового рынка является важным драйвером роста бизнеса «Газпромбанк Лизинг».